Експериментуй разом з Taft. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Володимир в кресло. Однозначно сяде. Вот вроде бы должна была эта песня быть очень гармоничная вам. А опять получилась опять та же ситуация, как вот с Грин Греем. Вот как будто вас отдали, посадили не на ту лошадку, что ли. Может быть, надо было какую-то лиричную, может быть, он открылся бы там, в какой-то лирике, в какой-то нежности. Может быть, это больше его сторона, нет? На самом деле, это лиричная песня. Лиричная? Вот по сути, если взять, лиричная. Но в ней есть мужской стержень. Который должен был быть. И воля. И воля. И воля, и стержень, и сила. Не, вы неплохо спели. Мы хотели к тому, что, боже упаси, чтобы мы не заклевали сейчас и не показали. Да нет. Вы неплохо спели ее, но могли лучше, вот и все. Спасибо. 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 Мне кажется, это не ваша песня просто, вот и все. Это его песня. Очень его, вообще идеально его подходит. Сергей, який стілець Володимиру належить? Точно третий. Я думаю, что четвертый. Ой-ой-ой. Ну не. Мне безумно нравится твой тембр, мне нравится твой голос, мне нравится, что ты мужчина, что ты, ну, я назову, вот как женщина, имею право это сказать, что ты такой альфа-самец. Поверь, настоящих мужчин мало на сцене. И я очень хочу, чтобы ты научился выступать, проявлять себя. Но сейчас мне не хватило, действительно. Володь, извини меня, пожалуйста, но я пока не могу посадить. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».